Октябрьский районный суд поставил точку в деле о пьяном ДТП на улице Розы Люксембург, в котором погибли две женщины. 79-летняя пенсионерка, переходившая дорогу, и пассажирка автомобиля, виновника аварии. Репортаж Арины Зеленской. В зале суда сегодня немноголюдно, только прокурор, адвокат и сам подсудимый. Опустив голову, бизнесмен Александр Бачурин ждет приговора. Бачурин, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем, нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц. В марте 2020-го он возвращался из караоке-бара, гнал по Куйбышеву со скоростью 90 км в час. Проявив преступную небрежность и не снижая скорость при выполнении маневра поворота, обвиняемый допустил наезд на пожилую женщину-пешехода, пересекавшую проезжую часть. 79-летняя пенсионерка погибла на месте, но водитель «Лексуса» и не думал останавливаться. На Розе Люксембург Бачурин врезался в столб. Машина вспыхнула, его знакомая, сидевшая на переднем сиденье, погибла. Бизнесмен и сам пострадал, до сих пор ходит с костылями. Гособвинение просило у суда 13 лет лишения свободы. Но суд учел смягчающие обстоятельства. Инвалидность, неработающая жена, двое маленьких детей. Кроме того, Бачурин выплатил внушительную сумму родственнице погибшей пенсионерки. Но избежать реального лишения свободы бизнесмену все же не удастся. Суд приговаривает его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Скажите, вы согласны с приговором, который мы вам вынесли? Вы же признали свою вину? Арина Зеленская, Марк Акерман. Новости 4 канала.